В Германии широко отметили 30-ю годовщину независимости Республики Узбекистан. Посольство нашей страны в ряде городов организовало серию красочных мероприятий, приуроченных к юбилейной дате. Так, в торжественном приеме в Берлине участниками стали более 200 высокопоставленных представителей политических, общественных, деловых кругов, творческой интеллигенции Германии и журналисты. Торжественное мероприятие, посвященное знаковой дате 30-летия независимости нашей страны, открыли национальные гимны Узбекистана и ФРГ в исполнении квартета Берлинского филармонического оркестра. Далее участникам рассказали об основных этапах становления республики. Подчеркивалось и растущее значение Узбекистана в вопросах регионального и международного сотрудничества. Особо отмечен фактор нового Узбекистана, ставший отличительной чертой проводимых последние годы коренных преобразований во всех сферах жизнедеятельности узбекского общества, направленных на повышение благосостояния населения страны и выведение республики на передовые позиции в международных рейтингах по различным направлениям. Говорили также об укрепляющемся сотрудничестве с Германией, которая стала одной из первых, признавшей государственный суверенитет Узбекистана и являющейся надежным партнером нашей страны на международной арене. В этом контексте отмечена и значительная динамика расширения двустороннего многопланового взаимодействия, в том числе в сфере политики, безопасности, инвестиций, торговли, образования, культуры, медицины и другие. Я очень рада, что сегодня здесь, в посольстве Узбекистана в Берлине, могу поздравить вашу страну с 30-летием независимости. Сегодня был организован прекрасный праздник, на котором действующие и бывшие политики Германии поздравили Узбекистан с праздником и подчеркнули хорошие отношения между нашими странами. Культурное сотрудничество между нашими странами также очень хорошо развивается. И я надеюсь, что по окончании пандемии коронавируса культурный обмен вновь будет еще более интенсивным. От имени компании Siemens Energy выражаю искренние поздравления по случаю 30-й годовщины независимости Республики Узбекистан. Я рад возможности интенсивного сотрудничества с Узбекистаном, где в последние годы осуществляются выдающиеся реформы, в том числе в сфере энергетики. Иностранные инвесторы становятся все более активными в Узбекистане, и в настоящее время мы также участвуем в разработке многих проектов с узбекскими и международными партнерами. Надеюсь, что наши проекты в Узбекистане в скором времени позволят вывести его энергетический сектор в число самых современных и энергоэффективных не только в регионе Центральной Азии, но и в глобальном масштабе. Аналогичные праздничные мероприятия с концертной программой для соотечественников, проживающих в этой стране, прошли также в Мюнхене. Эти торжества охватили сотни узбекистанцев, работающих и обучающихся в Германии, которые смогли в теплой и искренней обстановке отметить юбилейную знаковую дату – 30-летие независимости Узбекистана.